На протяжении более 100 лет самой популярной и одной из самых красивых и любимых мелодий в мире называют пьесу французского композитора Камиля Сен-Санса «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных». За период существования были сделаны огромное количество переложений этой пьесы чуть ли не для всех существующих инструментов. А балетный номер «Умирающий лебедь», созданный на эту музыку знаменитым хореографом Михаилом Фокиным для одной из лучших балерин начала 20 века Анны Павловой, и сегодня один из самых известных. И пьеса Камиля Сен-Санса «Лебедь» завершает первое отделение нашего концерта. Исполняют Игорь Знатоков, кларнет, Хироко Инолуэ, орган, и солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Элина Канунникова.